Итоги информационного дня привычно подводим на телеканале «Россия-24». В студии Олег Тюрин. Здравствуйте. Смотрите выпуск. По номеру 112 теперь можно получить помощь, а также ответы на вопросы, связанные с коронавирусом. За сутки колл-центр принимает 2500 звонков. Ульяновск самостоятельно решает вопрос дефицита медицинских масок. За производство взялись местные швейные производства. Первый сертификат на маткапитал за первого ребенка в Ульяновске получила семья Фроловых. Уже с апреля специалисты обещают упрощение процедуры получения выплаты. Около сотни вопросов о коронавирусе ежедневно поступает от ульяновцев в центр мониторинга. Структура начала работать на базе службы обработки вызовов 112. По этому номеру можно получить помощь и ответы на все вопросы, связанные с пандемией. В мониторинговую группу вошли представители Министерства здравоохранения, образования и сельского хозяйства, а также сотрудники соцзащиты государственно-правового управления, а еще волонтеры-медики. По коронавирусу, по работе аптек, по работе продуктовых магазинов, транспорта, в сфере образования. Все обращения граждан, касающиеся вот этих вопросов, которые я назвал выше, поступает по номеру 112 со всей Ульяновской области, с каждого района. Все эти вопросы передаются в группу мониторинга. Ежедневно в колл-центр 112 поступает более 2500 звонков. С открытием новой структуры количество обращений резко возросло. Больше всего вопросов по здравоохранению ульяновцев интересуют не только симптомы поражения новой инфекции и способы профилактики. По номеру 112 фиксируют вернувшихся из зарубежных стран. В соответствии с постановлением главного санитарного врача, указом губернатора, они обязаны обратиться на линию 112, зарегистрироваться, то есть предоставить свои данные, и им разъясняют, каким образом осуществлять режим самоизоляции. Затем информация передается уже в поликлинике по месту жительства этих граждан, и к ним уже выходят специалисты. Кому-то требуется материальная помощь, кому-то требуется помощь в доставке продуктов, если человек находится в условиях самоизоляции, либо необходимо принести лекарства. Здесь соцзащита у нас взаимодействует с волонтерами-медиками. Региональный центр мониторинга работает ежедневно с 8 утра до 22:00 без выходных. По номеру телефона 112 можно задать любые вопросы о коронавирусной инфекции. Пока в регионе официально зафиксировали единственный случай заболевания. И в продолжении в Ульяновске начали выпускать многоразовые гигиенические маски. За производство популярной и очень востребованной сейчас продукции взялись местные швейные производства. На фабрике «Русь» побывал глава региона. Он осмотрел производственную площадку и пообщался с руководством. Сейчас регион пытается за счет собственных резервов покрыть высокий спрос на маски. Сначала планируется обеспечить медиков, сотрудников общественного транспорта, фармацевтов, продавцов. Студентов с удовольствием возьмем на неполный рабочий день. Если студентов у нас 150 тысяч работает. Сейчас пришли бы к нам, пожалуйста. У нас вон два первых потока для учеников. Мы без вопросов посадим. И вот каждая работница – это 300 масок. 30 человек, 3000 масок. Это все очень легко посчитается. Изначально на фабрике думали о безопасности сотрудников, но из-за ажиотажа вокруг масок их решили шить для всех. Маски трехслойные и многоразовые. На предприятии планируют поставлять этот товар в сеть своих магазинов. Во вторник следующая партия сырья приходит. Мы сейчас формируем банк заказов и будем уже рассматривать, какими объемами работать, кто готов по заключению договоров. Сложно, вот самый сложный вопрос, вы мне тоже задали, да как долго это продлится, пока сложно сказать, но мы предполагаем, что это не неделя и не две, что это, в общем-то, наверное, но нужно о себе позаботиться. Сейчас заказ фирмы «Русь» составляет 15 тысяч единиц. Необходимое сырье имеется в наличии. В соответствии с планом властей по профилактике коронавирусной инфекции на предприятиях Ульяновской области организациям рекомендовано обеспечить запасы сырья, топлива, оборудования, материалов комплектующих изделий. Заняться профилактикой среди сотрудников Министерством промышленности и транспорта региона проведен опрос предприятий об их потребностях в закупке средств индивидуальной защиты, приборов дистанционного измерения температуры, тепловизоров. Вся информация оперативно направлена в Минпромторг России.
И первый сертификат за первого ребенка вручили в Ульяновске. 14 февраля в семье Фроловых родился мальчик Матвей. Это очень неожиданно и приятно. Поэтому мы действительно очень приятно удивлены, что такая поддержка для нашей семьи в честь рождения первенца. Семьям, у которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, предусмотрена господдержка в виде материнского семейного капитала в размере 466 617 рублей. Подать заявление на выдачу сертификата по новым правилам федерального закона можно в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ. Всего же на данный момент в органы Пенсионного фонда России по Ульяновской области подано более 200 заявлений. А уже с середины апреля личное обращение не потребуется и вовсе. Информация, полученная от ЗАГСа, будет передаваться автоматически в Пенсионный фонд через защищенное соединение. Заказать сертификат можно в любое время со дня возникновения такого права, как сразу же после его появления, так и через неделю, год или несколько лет. Праздничную метель подарила Небесная канцелярия Ульяновской области в Международный день синоптика. 70 лет назад, 23 марта 1950 года, была образована Всемирная метеорологическая организация. С этого момента пошел отсчет новой для мира профессии. Как работает региональная служба метеопрогнозов сегодня и какие сюрпризы погода приготовила ульяновцам в последние дни марта, расскажет Ирина Силкина. Надежда Чеперева, 33 года, на службе прогнозирования погоды. Закончив Пермский университет по специальности метеорология, по распределению приехала в Ульяновск и сначала работала на метеорологической станции гражданской авиации, а теперь уже 10 лет трудится ведущим синоптиком на благо всей области. Профессия мне моя очень нравится. Я люблю свою работу. Мне очень нравится то, что наши процессы, они такие непостоянные, меняющиеся. Меняются и способы получения информации о погоде. За 33 года работы Надежда видела многие вехи становления региональной метеослужбы. Если раньше у нас только были посты наблюдательные, то есть даже как были метеорологические будки, где велись наблюдения чисто визуально, можно сказать. Теперь же нам доплеровские локаторы, которые нам дают смещение облачных систем. Мы за этим следим, отслеживаем и, соответственно, применяем это в практике. За изменениями синоптики следят ежечасно, в буквальном смысле. Дежурят сутки через трое, чтобы выдавать самую актуальную информацию населению. На данный момент оправданность прогноза погоды по области у нас составляет 96-98%. По городу Ульяновску 96-97%. Сегодня работники гидрометцентра трудятся в усиленном режиме. Неожиданная для ульяновцев метель стала настоящим погодным испытанием. Уже случились первые аварии. В связи с неблагоприятными погодными условиями областной департамент автодорог ограничил движение автобусного пассажирского транспорта, а также грузового на территории южных районов нашей области и на двух федеральных трассах. Не проехать сейчас с 1 по 146 километр трассы Ульяновск-Димитровград-Самара и Саранск-Сурская-Ульяновск со 152 по 220 километр. На дорогах сейчас ситуация мониторится. При необходимости данное распоряжение будет продлено до того момента, пока на территории области будет обеспечена безопасность и утихнет хотя бы ветер. Сейчас по всему региону задействовано около 300 единиц спецтехники. Дорожные службы приведены в готовность номер один и на территории областного центра. По всем вопросам можно звонить на телефоны горячей линии. Обрабатываются все дороги города Ульяновска, обрабатываются твердым реагентом, пескосоляной смесью, антигололедными материалами. Еще у нас сейчас в данный момент все время передувает село Луговое, Анинково, Лесная долина. Сейчас в данный момент колонна там работает. По прогнозам синоптиков, напряженная ситуация будет сохраняться всю ночь. Местами по области ожидается сильный снег, метель, а также усиление северо-восточного ветра. До 24 метров в секунду. Местами снежные заносы. В день 24 марта циклон будет отходить на северо-восток. Осадки сохранятся в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха по области минус 2, плюс 3. В Ульяновске 0, плюс 2. На дорогах сохранится гололедица. Будьте осторожны. Однако прогнозы метеорологов вселяют и надежду. В последующие два дня с ростом атмосферного давления осадки прекратятся, ветер стихнет. И если 25 марта температура воздуха ночью по области понизится местами до 11 градусов мороза, то уже 26 марта днем столбик термометра поднимется до 9 градусов тепла и придет долгожданная весна. Ирина Силкина, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск.
Коронавирус пошатнул экономическую стабильность. Как пандемия отражается на федеральном и региональном бюджетах? Об этом сегодня в программе «Тема дня» расскажет первый заместитель председателя Комитета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Смотрите актуальное интервью сразу после нашего выпуска новостей. И у меня на этом все. Выпуск завершит информация о погоде. Я с вами прощаюсь. До встречи. Добрый вечер. В студии Ирина Шмыгова. Сейчас несколько слов о погоде. По данным областного гидрометеоцентра, температура воздуха ночью по области от 2 до 7 градусов мороза. В Ульяновске минус 4, минус 6. Ожидается облачная погода. Ночью сильный снег, местами очень сильный. Днем небольшой умеренный снег. Ветер ночью северо-восточный сильный, днем северо-западный умеренный. В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Завтра днем по области от минус 2 до 3 градусов выше нуля. В Ульяновске от 0 до плюс 2. Будьте внимательны и осторожны. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. На этом о погоде все. Всего вам доброго.